Хорошая колодка называется, да? То есть вот для пяточки постамент. И мягкий спуск вниз. Прекрасная вообще, мне нравится. Единственное, что здесь вот ширина, вы ее не можете регулировать, и нога там немножко вот туда-сюда болтается. Да, возможно так. Но сама колодка, вообще вопросов к ней нет. Да, ну то есть смотрите, вот я пальцы могу туда засунуть, да, со всех сторон здесь засунуть. То есть нога там болтается, не зафиксирована. Если был бы меньше размер, ну да, может и меньше еще, тогда было бы совершенно по-другому нога сидела. Но за счет ортопедической колодки достаточно, прям сама колодка классная, у вас ноги поддерживаются правильно. Вы знаете, вот здесь сама колодка, она не нуждается, да, в улучшении. Знаете, как говорится, лучший враг хорошего, да? То есть вот хорошую колодку, она сама вот прям вот под рукой кайфовая. Не надо ее улучшать. А что с ними сделать? Ну, закажите поменьше размер. Дома в чем вы будете ходить? Обычные, мягкие такие. Что мы говорили про регуляцию? То есть регуляция вот достаточно жесткая. Подошва, видите, тоже такая. Гнется только в пальчиках. Здесь вот кости, сустав должен быть тоже под регуляцией ваш. Угу. Поскольку стелька сюда встает, мы разгружаем всю эту часть, и пальчики начинают работать. Вот то, что вы почувствовали боль какую-то, да, они освобождаются, это 100%, и они начинают разгибаться. Раньше вы на них вот так, каждый шаг на них опирались, опирались. А сейчас они у вас раз, как лепестки свободные, теперь вверх-вниз работают, да? И вы расслабились, почувствовали, да? Класс. Все работает, когда правильно подобрано. На работе. В чем ходите? В них. На работу нам надо что-то с фиксацией. А что у вас есть с фиксацией? Кроссовки, может быть, какие-то. Не носите кроссовки? Смотрите, про что я говорила, да? Вот так вставляется гвоздичек. Такой вот плоской шляпкой. Вот, видите? Ну, это только для открытой обуви нужно. Вот, и также легко вынимается. Либо на работе надо что-то закрытое, какие-то самые, например. Например, может быть, такого типа что-то. Они похожи на ваши, только нужно поменьше размер попробовать. Нам надо за этот месяц, чтобы вы по максимуму ее поносили, и мы бы посмотрели, что расслабилось, что не расслабилось, что отпустило, а что-то держит. Нам какая цель? Разгрузить пальцы. Разгрузили? Второе, в чем вы будете ходить? Поговорили, то есть днем, значит, дома, на работе, на улице. На улице, в принципе, вот, нормально живет, да? Все зашло. Единственный момент, если почувствуете, что нога как бы там болтается, что ей стало очень свободно, это плохо. Что нужно сделать? Нужно положить еще дополнительно туда стельку, любую плоскую. Когда уйдет объем, тогда вам будет поплотнее, будет получше. Хорошо?